два объекта в этом году сделаны в рамках проекта «Город для жизни», губернаторского проекта. Достаточно тяжелые здесь были объекты. Скажу больше, даже нами был заключен контракт еще, по-моему, в мае месяце один на общую протяженность. Но в связи с тем, что подрядчик нашел намного больше ливневки, чем у нас стояло в техзадании, нам пришлось расторгнуться. Для того, чтобы работы выполнить все-таки в срок, мы дорогу разделили на два участка, нижний и верхний, ну и, соответственно, успели, уложились. Сейчас идет активная фаза приемки выполненных работ, взяты вырубки асфальтобетона, сейчас они находятся в лаборатории. Как только будут результаты, и я надеюсь, они будут положительными, мы сразу работы все оплатим. Выполнены следующие работы. То есть на верхнем участке это устройство ливневой канализации, там более 400 метров, это полноценные лотки такие большие, можно будет пройти посмотреть. Это устройство бордюрного камня, устройство тротуара и, соответственно, уже самой дороги, то есть самого покрытия.